то два хлопца лежали один на одном. Это как бы насторожило. Почему? Потому что при взрыве их ну, раскидывает, а это один на одном лежит. И хорошо, что мы их не тронули. Мы, когда зацепили кошкой, одного сдернули, вот, там лежала ПМ-ка. Разорвало одного и второго, ну, мы остались все целы, слава богу. А так, как говорят, они своих не бросают, но когда они уходят, они подкладывают под них немало взрывчатки. Для чего это делается? Потому что они знают, что у нас группы, которые вывозят раненых, вывозят 200-х, то наши ребята, когда поднимают, они сталкиваются с этим, то, что под ними есть взрывчатка. Вот в чем дело.